остановимся. Так. Обнаружен тяжелый перелом. Боезапас исчерпан.
меня все еще подгибаются ноги. Короче, ты где? Хорошо, Фримен. Фримен, как справно ты с ними справился. Да. Идемте. То, что мы ищем, находится в лагере над нашими головами. Лифт отвезет нас прямо к средству передвижения. Почему нас до сих пор не заметила охрана? Думаешь, до них добрались компании? Эта теория имеет право на существование. Да, конечно. Да, ну пипец. Ну. Если че, я тут играю. Ну, я, кстати, один раз играл, с читами только один раз в халфе. Второго, ну, на записи. Это когда я проходил уже в бомбике. И всех ёбнули. Ну, конечно, я могу быстрее прийти. Здесь действительно побывали комбайны. Но и сами попали в западню. Они умерли. Хэтграбы потрудились и над теми, и над другими. Ну, по сути, двойники по туда. Эй, смотрите! Там, на мосту! Это та машина, о которой ты говорил. Я ничего не верю. Напрашивается предположение, что они пытались скрыться, но дальше пропасти не уехали. Что же, раз они сумели завести ее туда, мы должны суметь вернуть ее оттуда. А где? Рекомендуем поручить это задание Фримену. Эй, мне уже гораздо лучше. Улучшение сойдет на нет, если ты окажешься среди токсичных отходов. Лучше мы останемся наверху и прикроем Фримена, который отправится навстречу опасностям каньона. Вот это приспособление оправдает наше присутствие наверху.
понадобится? Полагаю, ему нужен заряд. А, то есть я... Давай. А, я присмотрю за Алекс Свенс. Гордон. А, то есть видишь, тут ничего нет. Ну, да похер. Давай я сниму поле. То есть мне, типа... А, то есть это не сюда. Удачи, Гордон. Даже, а, я думаю, вообще, я думаю... Будь осторожен. Ну, окей, ладно. Я просто думал, мне вообще грубо. Я буду Серьезно? Внимание! В крови обнаружено ОВИ. Система жизнеобеспечения включена.
Морфий. Вы зарядили его? Молодец. Я тебя нет. Ты ёб твою мать! Смотри, охуеваешь! Крайне обнаружено, увы. Положение критическое. Нет помощи. Так. Боезапас исчерпан. Понравилось.
Ай-я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 й-
Вымани меня, откуда я смогу их снять! Гордон.
ладно, дальше. А. Видите, прикол в том, блять, матрешки. Да. Я не допрыгну. Я не допрыгну до этого. Ты ёб... Вообще-то я хотел тебя туда поставить. Thank you.
Эй! Блять, сука, вот и все. Внимание! Опасный уровень радиации. Этот крабер. Дед крабер. Отлично!
Долбоёб, что ли? Блять! Долбоёб. По сути, я мог пройти по-быстрому. Через нот клик. Всё. Машин-то нахуя тогда нужна? Серьезно? По сути, реально, а для чего машин-то нужна? Ну я перешел на это. Бред. Это бред бредятина. Вот реально, это бредятина. Бредятина. Это просто бредятина. Ну, блять. Ладно. Через одну клюку я не буду ебаться. Опа! Обнаружен тяжелый перелом. Ага. Гордон, машина уже видна? Да! Точно мне на машину? Игра, ты ничего не перепутал? Ты просто каскадер! Хорошо! То есть я должен был пробраться как-то через машину. Боже мой. Вот. Мать, и скажи, вот как я должен был... Если я должен был на машине туда приехать, вопрос как? Чё, боже мой.
Нам по сути типа туда. Да, нам по сути сюда. Я должен был типа к машине. Обнаружен незначительный перелом. Куда добраться? На машине? Получается. Хорошо, Фримен. А вот дальше ты что дальше делаешь? На машине только два человека могут. Боже мой. И вот на этом она все. 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 Все, она. Я не понимаю. Типа, ну даже я даже не могу выпрыгнуть. Тут типа это баг, наверное. Жери, ты не понимаешь, что надо делать. То есть ты заходишь, один будет окей. Я реально не понимаю, что надо делать.
что нужно сделать. Это баг. Еще раз. Это баг. Боже мой. Вот и все. Что делать дальше? Я не знаю. И что делать дальше? Я вообще без понятия. Почему-то я не могу использовать тачку. То есть машина, то есть я все-таки на машине как-то должен добраться за ту сторону. Да вы с ума сошли, что ли? Вы, блин, с ума сошли. Вы с ума сошли, что ли?
пизду. Да сука. Заново надо. Заново. Обнаружен тяжелый перелом. Обнаружен не зна... Блин, я не знаю, что делать. Внимание, опасный уровень. Let's see.
Интересно, вот смотрите. Что будет? Должен попасть. Кое-что проверим, кое-что просто проверим. Машина как бы там. То есть, типа, серьезно. Я реально. Ничего. Как бы. Кстати, а что? Ну. То же самое, только... Я типа вот сюда поднялся. Сюда поднялся. Вот прикол в том, почему я как налагал взрыв.
не происходило, взрыва не было. То есть он как бы он был. Вот. Пошел ты. Ты просто каскадер! Да. Хорошо, примем. Боже мой. Вот и все. Че я лучше, я не знаю. Потому что я думал, типа, вообще-то было бы наоборот. Ладно, если бы я бы... Вот, я теперь, кстати, туда попасть не могу. Туда попасть теперь не могу. Ну, через новый клип, да, но... Это, кстати, откуда? Мне вот типа вот сюда вот, да. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока. Я даже не знаю, как пройти его. Но я не знаю больше. Даже не через читы, а больше. Я реально не знаю, как попасть. Я не знаю, как вот отсюда можно будет. Даже если... Даже когда были баги, все равно было вот это расстояние. Я не мог попасть. Вот это расстояние. Есть, конечно, подожди, у меня пока есть еще один вариантик. Я на машине должен был сюда. Ты просто каскадер. Да. Хорошо, Фримен. Ну смотрите, тут она как бы баганулась. Ну и чё? Кстати. Боже мой. Вот. Только взгляни. Ну и чё, взглянул. Вот это удача. Да. Винтовка! Если тебе, конечно, не нужно.
Боюсь, более срочные дела требуют нашего вмешательства. Мы ощущаем присутствие советников, готовых вылупиться. Если мы наткнемся на них, непременно уничтожим. Эта дорога ведет в Белую Рощу, но берегитесь, не вам одним известно о ней. Не знаю, как тебя благодарить. Мы поступаем так, как велит наша природа, и не требуем благодарности. Я же сказал... Блин, совсем целуется, блин, остальное я, ну что за пиздец? Несправедливо! Алекс... Береги себя! Взаимно, люди, прощайте. Наказан с вами для меня честь. Турбо! Интересно, как бы говорил бы этот... Фриман. Интересно, как бы Гордон Фриман... Как, вообще, как он умеет... Как он умеет... Я понимаю, он не мой персонаж, но как бы он... Привет, внимание. Прощайся с подписчиками. Всем спасибо за просмотр, вы теперь уж точно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на паблик, на Твиттер, комментируйте, ставьте лайки. До встречи и всем пока.